Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Величайшие врачи всех времен и народов сражались с невидимым врагом, имеющим множество обличий и одно имя – болезнь. Великих врачей было так мало, а болезней так много. Теперь же интуицию великого целителя многим больным дает он – магнитно-резонансный томограф. Видеть невидимое, служить людям. По информации синоптиков Западносибирского метеоагентства, 27 июня ночью и днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 30, плюс 32. 28 июня дожди, местами сильные, грозы, град. Ветер юго-восточный 3,8, при грозах порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20 градусов, днем плюс 22, плюс 27. 29 июня кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-восточный 3,8, при грозах порывы 13-18 метров в секунду. Температура ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 21, плюс 26. Автомобиль «Лада». Высокий уровень надежности даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Говорят, здесь слишком круто. Слишком темно. Слишком жарко. Слишком скользко. Но что для одних слишком, для нас возможность проявить себя. «Лада Веста» от 512 910 рублей. Превосходство на нашей территории. «Авто-1» 330-03-03. Спонсор прогноза погоды – компания «Еламед». Все для здоровья, здоровье для вас. Несут разрушения артроз и артрит, спину сковало, колено болит. Чтобы движение вернуть человеку, «Алмак-01». Скорее в аптеку. Жаркие цены в аптечной сети «Аптека Берская» и «Фармакопейка».